Привет, ребята! Вы на канале TNT Fox. Сегодня будем взрывать очередную миску. Всем нравятся вот такие взрывы таких мисочек. Они хорошо взрываются. Поэтому сегодня повзрываем вот такие петарды. Как и обещал, взял вот такой люцкугель, смотрите. Во. Классная топовая вещь, взрывается хорошо. Решил затестить. Также, ребята, на всякий случай взял мощных петард К-999. Вот такие фуроровские петарды. Ахтун с прошлого видео. Спойрбласт, FP3, P23, короче, очень много. Так что давайте повзрываем, ребят. Вот такая миска. Кто не видел предыдущее видео с такими мисками, обязательно заходите на канал, ищите, смотрите. Мисочки взрывались просто хорошо. Всегда взрываю, ребята, пока не разорвется. Вот. Ребята, меня часто спрашивают, где я покупаю пиротехнику. Так вот, хотел бы вам порекомендовать классный магазин, называется Пиромаркет. Я сам часто здесь заказываю, поэтому буду рекомендовать его, поскольку здесь очень большой выбор различной пиротехники, смотрите. Начиная с петард, вот, по-быстренькому вам покажу. Петарды, короче, на любой вкус. Заходите, смотрите, кому интересно. Также есть, короче, различные пиротехнические мелочи, римские свечи. Короче, все здесь есть, минометы, салюты, различные... Вот такие спецэффекты, дымы, всякие фаера. Думаю, всем будет интересно, кто увлекается такой темой. Заходите в интернет-магазин Пиромаркет. Здесь также, ребята, есть акции. Не забывайте про акции, смотрите. Также, ребята, еще не забывайте вводить промокод TNTFOX, тогда получите 10% скидки на весь заказ. Договорился специально, чтобы был промокод от меня, чтобы кто покупал в этом магазине, получили скидочку чисто от меня. Что ж, ребятки, магазин классный, всем советую. Магазин уже давно на рынке находится, проверенный. Комментарии все пишут хорошие. Также я часто заказывал, поэтому рекомендую вам этот магазин. Ссылочки на магазин будут в описании. Также, кто впервые на канале, ребята, у меня канал про пиротехнику. Есть что посмотреть, заходите, смотрите. Видео выпускаю каждый день. Также есть второй канал. На второй канал ссылка будет в описании. Также заходите. Ребятки, выпускаю каждый день видосы, чтобы вам было не скучно, интересно, по вашим просьбам. Так что, кто еще не предлагал ничего, обязательно советую предложить свой вариант, чтобы такого повзрывать, какие петарды взять. Можете посмотреть мои видосики. Взрываю много петард, довольно-таки. Вот, поэтому предлагайте, какие петарды чаще брать. Вот, первая петарда будет «Сребная пиратка», вот такая. Хорошая петарда. Советую к покупке. Стоит не очень дорого. Взрывается хорошо. Следующая петарда. Комета. Вот такая. Черный пират вроде бы. Так, смотрите. Вот первое повреждение. Уже есть. Проверим черный пират. Есть полет. К-33 Shark. Погнали. Люблю, ребят, когда ветра нету, миски не летят далеко, а то в прошлый раз залетели, аж вот туда далеко, ходил за ними. Но получился классный видос, мисочки разрывались хорошо. Так что заценивайте. Вот. Вот такая Spanish Cracker. Видите, ветер дует, туда летят миски. Придется бегать. Жук. Вот такой. Давайте в этом видео буду говорить, какие петарды покупать. Какие стоит покупать, какие нет. Так, вот эти жуки. Буду рассказывать. Жуки мне нравятся. И вам советую купить. Кто любит петарды со вспышками. Здесь классная вспышка.
Вот. Поэтому петарда хорошо. Хороший эффект петарды. Так что однозначно советую. Взрывается тоже хорошо. Есть еще петарды и жуки. Вот тут такие. Смотрите, есть Joker Fireworks. Двухвзрывный. В принципе, петарда хорошая на два взрыва, но... Но, ребята, очень быстро взрывается. И здесь не очень качественный фитиль. Смотрите. Намазка прямо на фитиле. Можно сразу... Вот только срабатывает вот эта вспышка, и сразу петарда взрывается. Так что можно случайно зажигалкой вот так сюда задеть, и взорвется в руках. Так что петарда, в принципе, опасная, но недорогая. Поэтому я всегда вот так поджигаю кончиком. Так, специально снял второй взрыв. Вот так. Еще в жуков отлетают вот эти заглушки. Так что тоже, ребята, будьте осторожней. Вот. Есть вот такие жуки. Здесь также присутствует вспышка, но жук послабее, чем феерия. Но также советую, они не очень дорогие, можно побаловаться. Ну же, давай, взрывай. Есть. За свои денежки со вспышкой петарды классные. Так. Дальше, из вот этих маленьких, в принципе, все мне нравятся. Если покупать по одной пачке, довольно-таки хорошо получается. Купили по одной пачке, петарды много, навзрывались разных хорошо. Вот, вот такая от Золотого Дракона, КП-1000С. Смотрите, мощная. Видите, миску хорошо подбрасывает. В принципе, они все почти на уровне. Вот еще, например, вот такая кратко тоже довольно классная. Смотрите, длинный фитиль. Нормальный. Тоже советую. Ну, ребят, я буду советовать то, что стоит покупать. В принципе, они все хорошие, но есть, конечно, нюансы по некоторым. Поэтому я буду говорить, какие не стоит покупать. Или просто на пару раз повзрывать. Видите, на уровне. Так, вот это. Red Bull. Тоже хорошая. По 36 штук в пачке идет. Вот, видите, взрывается хорошо. Причем это на рыхлой земле. Так, вот так вот. Сделаем так, дальше из треугольников. Треугольники всем советую. Без разницы, какие, взрываются хорошо. Разве что есть треугольники. Вот такая красная пачка, по-моему, от Феерии. Там треугольники. Там в треугольниках просто петарда, ребят. Внутри маленькая, но свой взрыв. Хороший взрыв. Да и стоит не очень дорого. Вот, что не советую, вот эти мячики, например. Они, в принципе, из-за своей формы хорошие, так побаловаться, но... Но, ребята, иногда часто тухнут фитили. Да и сами по себе они не очень мощные. Из-за такого дизайна корпуса пережимается фитиль. Не всегда срабатывает, особенно зимой. Сразу просто тухлый фитиль. Вот, практически так же, как и в треугольниках вот этих. Видите? Вот, поэтому он там и затух. А теперь придется ждать. Ничего, сейчас я подожгу. Вот эту. Вот, как назло, это взорвался, а тут нет. Так, туда его в сторону. Ну его. Так, это Thunder King старый. Если видите в продаже, сразу покупайте. Петарда очень мощная. Сейчас миска полетит выше дерева. Смотрите. Видели? Отличная петарда, если видите, покупайте. Так.
Выбираем дальше. Что у нас тут есть? Кобра. Однозначно советую. Петарда класс. Есть такой же аналог, ребята, петарды. Называется Shark. Она послабее, намного слабее. Так что лучше купить кобру, она за те же деньги. Смотрите. О нет, вот это просрало, ребята, жалко. Но, в принципе, присутствует, ребята, классная вспышка и очень мощный взрыв, так что советую. Просрывает не так часто. Так, P23 и FP3. P23 тоже сразу советую. За сведение, в принципе, одна из самых лучших. FP3 также. Тоже аналог, только другой фирмы. Фурор. Видели? По-моему, даже разорвалась миска, ребята. Ёлки-палки, ёлки-моталки. Так, где она там застряла? Сейчас вам покажу. Ну уже давай. Вот она. Это капец. Что делать, ребят? Блин. Придется ждать. Что ж. Не знаю. Заканчивать ролики нет. Миска застряла. Надеюсь, в следующий раз, когда я сюда приеду, она уже будет на полу. И обязательно дозреваем. Вот эти петарды, ребята, для вас сохраню. Не буду взрывать специально, чтобы повзрывать их, когда миска упадет. Что ж, а на этом будем прощаться. Что поделать, застряла миска. Вот. Дальше в следующем видео обязательно дорасскажу за эти петарды, стоит их брать или нет, стоят они своих денег или нет. Так что, ребятки, извиняйте. Так получилось. Взорвем напоследок. Вот так. Прощаемся с мисочкой. Вот она. Лежит. Если сегодня упадет, доснимаю еще видосик. Если нет, в следующий раз, значит. Что ж, надеюсь, вам понравился ролик. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на тройку. На ссылка будет здесь, а также внизу в описании. На втором канале также выходят крутые видео с пиротехникой, как и здесь. Всем советую, обязательно подписывайтесь. Заходите, ставьте лайки, комментируйте. Предлагайте, чтобы взять в следующий раз. Если хотите еще таких мисок, пишите слово «хочу», ребята, обязательно для вас поснимаю. Что ж. Жду вас в следующих видео, ребят. Смотрите здесь 4 видео, может быть, вы их пропустили или еще не видели. С вами был ТНТ Фокс, всем спасибо за просмотр, пока-пока, до новых встреч.